11 бизнесменов из Литвы посетили наш город в рамках бизнес-тура по странам Европы, городам России и Казахстана. Члены президиума Литовской конфедерации бизнеса рассказали о своем производстве и услугах и предложили сотрудничество. Как отреагировала наша сторона, знает Ирина Вабищевич. Литва по сравнению с вашей страной, это, конечно, очень маленькая. С рассказа о своей стране и городе Мажейкяй началось знакомство наших бизнесменов с предпринимателями из ближнего зарубежья. Встреча проходила при поддержке областного филиала партии Нуротан и почетного консульства Латвии в Казахстане. Альтернативная энергетика, да? Мы строим в этих странах ветряные парки, также солнечные батареи для производства электричества. Строительство, производство комплектующих для тракторов и погрузчиков, проектирование, монтаж и обслуживание средств промышленной автоматики – это еще не все услуги и продукция, которую предлагают 11 бизнесменов, входящих в Мажейскую ассоциацию предпринимателей. Наша сторона уже проявила заинтересованность по взаимному сотрудничеству. Новые технологии, осветительная система, да, чтобы использовать уже, возможно, станки для производства нашего оборудования, что-то, да. То есть я думаю, что вот здесь есть как раз таки несколько представителей, с кем мы могли бы пообщаться. Я думаю, что сегодняшний разговор сейчас продолжится, значит, уже более компетентная, значит, работа, и мы только рады. Норвегия, Беларусь, Санкт-Петербург, Алматы, Астана и вот Караганда – завершающий пункт большого делового тура. Все стороны обсудили возможности развития сотрудничества бизнес-предприятий. Мне приятно, что приехали вот представители Литвы здесь к нам в Казахстан. Я думаю, что они тут много для себя почерпнули нового. Я надеюсь, что они найдут здесь себя, будут инвестировать в наш регион, в нашу страну. В общем-то, у нас все условия для этого есть. Далия Поликайте, президент Мажейской предпринимательской ассоциации, на вопрос о том, стоит ли ждать литовских бизнесменов на нашем рынке, уверенно отвечает. Думаю, да. А как получится, это посмотрим. Так что это, конечно, не только от нас зависит, это зависит и от вашей стороны. Потому что если нас здесь примет, мы будем здесь желанны, это, конечно, да. Ирина Бабищевич, Дмитрий Обрак, Равиль Валеев, 5 канал.